Всем привет, друзья, товарищи, ремонтники, любители и так далее, и тому подобное. Что я хотел показать сегодня? Тут мне довелось так iPad разобрать Air. Короче, тетка приехала, в Чите тетка живет, меняли ей там разъем на iPad, поработал, он отказал. Отдала 4000 рублей, 4000 рублей отдала. Кто знает по ценам, тот поймет. В принципе, ну, кто как наглеет, в принципе, мы не наглеем. А вот такой у нас шлейф имеется на iPad. Это шлейф у нас нижнего разъема. Шлейф нижнего системного разъема. Вот системный разъем у нас iPad Air. Обычный Air, первый самый там, по-моему. Руслан, следите, я пошла. Суть в чем? Вот этот шлейфик стоит 150 рублей. В Liberty Project там, ну, во многих городах Liberty Project имеется, продают они только сервис-центром, там, ну, не все купят, короче. Ну, не суть. Мы покупаем, у нас все оформлено. Вот такой шлейфик имеем, ну, а тут такую вот распиновку. Столько много контактов, ну, не все, кстати, не все они подходят у нас дорожкам, не все. У нас есть центрующие два отверстия. И есть вот такой системный разъем. Так вот, за 4000 рублей в городе у нас Чита напаяли вот так вот на разъем. Вот так вот напаяли на разъем, судя по всему, на тот же самый. Залили цепон лаком обычным зеленым, на какой-то хер, не знаю даже зачем вообще это заливать. Там нету никаких металлических деталей, которые могут закоротить. И собрали все это обратно, то есть не стали менять шлейф, посчитали, что проще перепаять этот 8-пиновый разъем. Ну, не знаю, 8-пиновый, не 8-пиновый, на айфоне 8-пиновый идет. Тут, наверное, скорее всего, побольше пинов. 150 рублей деталь стоит, не стали менять. Ладно, хрен с ним, на iPad не работала кнопка Home. Кнопка Home у нас там идет также на шлейфе, она там же цепляется на плату, но она уже не появится, она просто подключается. Кнопка Home стоит тоже порядка 100 рублей. Я, кстати, выбросил ее, наверное, не осталось, даже пакетика не осталось. Да, глянул, выбросил, похолодевая шлейф, ладно, не суть, ну, там обычный шлейф, кнопка Home. Она приклеивается к тачскрину, да, к стеклу, к самому. И суть-то в чем? Кнопку-то отклеивали. Отклеили кнопку, пока ремонтировали, потому что там неудобно поднимать. Ходят покупатели, не дают записать. Короче, отклеивали они его от стекла, потому что неудобно снимать. И прилепили обратно неисправный шлейф. Хотя они его разбирали, взяли 4000 рублей. Так что, вот так вот. Дальше нет слов, одни слюни. За 4000 рублей я бы, конечно, тоже поразобрал бы, поменял бы шлейф. Да и тот бы шлейф я поменял. Так что вот, поменял я этот шлейф, поменял тот шлейф и iPad отдал обратно. Так что так. А ссылки на вот эти шлейфа на Алиэкспрессе я оставлю в описании, потому что на Liberty не всем продают и трудно договориться, чтобы на кого-то записали. Очень трудно. Так что ссылочки в описании. Вам спасибо за просмотр. Не ломайте свои айпады. До новых встреч. Пока-пока.